Всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в Майнкрафт. Сегодня я буду играть на своем сервере, точнее для сервера, на сервере для моих подписчиков, ну и включая для меня. Вот, я ушел там далеко-далеко от спауна, если кто-то меня найдет, кстати, то передавайте как-нибудь привет, я не знаю, поставьте какой-нибудь прикольный блог. Вот, и это мой такой маленький домик, в котором я поселился, в котором я живу. Я совсем немножко поиграл, и могу, в принципе, сейчас развиваться дальше спокойненько, и особо никого не паря. Давайте сейчас, кстати, покажу одну тему. А как можно вообще стать самым богатым человеком на этом серве? А вот, да, смотрите. А там админы, они сделали так, чтобы можно продавать тростник. Хорошо. А мы берем... Вот у меня маленькая такая фермочка тростника. А мы его берем, сейчас посадим дальше, чтобы он так разрастался постепенно. Но за счет того, что я все-таки на сервере сижу и... Точнее, за счет того, что этот дом находится далеко от всех, и тут люди особо не ходят, то... Тростник тоже не растет. А вот здесь на спауне, вот, кстати, спаун такой, довольно няшный, прикольный. Вот, тут куча людей бегает, какой-то робомастер вон, робот. Вот, тут снизу магазин, то есть можно подходить, что-то покупать, что-то продавать, кто что хочет. Вот, и я, воспользовавшись замечательной своим замечательным положением того, что я админ, и того, что... ну, как админ, я, конечно, не беру кучу вещей так, но иногда так стебусь. Отвали, чувак. Слушай, отстань. Я снимаю летсплей, и если ты... Слушай, я тебе по жопе надаю. Честное слово. Господи, ну вот смотрите, вот видите, я пришел записать летсплей, и меня начали убивать. Я, кстати, немножко хриплю, это странно. Но мы сделаем вот так, и... И сделаем сейчас вот так. Привет, чувак! Хочешь повеселиться? Эй, привет! Тебе нравится веселье? А? Нравится или не нравится? Слышь, что такое? Что такое? Ну что такое? Асума? Нет, не Асума. А как там звали того чувака? Роба чего-то там, да? Давайте сделаем вот... Да, слушай, ты меня бесишь. Хорошо, давайте сделаем вот так. Асума 37 вышел, хорошо. И какой-то чувак был робо. Давайте проучим этих ребят, чтобы они не строили из себя мега-крутых героев. Ладно, кто там? Нас, они зашли, не зашли? Кто-нибудь? Асума, Баттер, Изри... Нет, нет, нет. Да ладно. Они вышли? Ну ладно, вышли так вышли. Короче, тут есть такая компания чуваков вот в этом месте, которая всех пытается сливать. А, во, Азума зашел. Так, хорошо. Азума joined the game. Знаешь, что я тебе скажу, Асума? ТП Асума Килибок. Все, наслаждайся жизнью, козлина. Вот не люблю я этих людей, они меня вот реально бесят. Ну вот смысл, просто идешь и идешь, и тебя начинают пвпшить. Вот видно, что я одет вообще фиг знает в какую броню, вот в кожаную броню. Ладно, все, давайте геймот все убираем. Что-то это совсем нехорошо. Вот. И пытаюсь тебя как-то убивать. Меня это, не знаю, меня это раздражает. Ладно. Тем более вот они бывают пвпшить простых чуваков мирных. И ну, это как-то, мне кажется, это неправильно, это обидно. Ладно, вот, моя ферма тростника. Вернемся. Так что вот, вот моя ферма, мы себе срубаем. Тут у меня получается, по-моему, чуть больше одного стака. Стака два здесь получается. Давайте посмотрим. Ровно два стака, ну хорошо. Вот, ровно два стака. И на спауне есть... давайте, спаун. Вот, спаун. На спауне у нас есть магазин, в котором мы можем этот тростник спокойненько продавать. По 10, он, по-моему, продается по 10 штук. Так что мы сейчас бежим сюда. И подвинься, чувак, мне нужно продать тростник. И продаем вот так тростник весь продадим. Все, я продал весь тростник, который у меня был. По-моему, у меня больше его вообще нету. Да, все правильно. И давайте посмотрим, сколько у меня денег. Money. Вот, и у меня есть теперь $1000. Вот, примерно на 500 баксов я обогатился. Скажем так, это очень круто. Ладно, что такое? Что? За мной? Ну, го. Ну вот, давайте посмотрим, что он нам пытается показать. Если он начнет что-то выпрашивать, то я расстроюсь. Ладно, бежим. О, это мое будет. Ну куда? Ух ты, он где-то в этом портале живет. Ну ладно, пойдем.
Вот за что мне нравится сервер. Тут живая обстановка, живая атмосфера, и народ реально что-то делает. Ладно, надеюсь, ты меня не будешь убивать. Ты же меня не будешь убивать, чувак? Ага. Ну. Ой. Я что-то срубил. Давайте посадим обратно. А где ты здесь? Я здесь. Ну, чего? Господи, чего дальше? Чувак. Давай. Веди меня куда хочешь. Он еще и покушать вздумал. А, что-то странное. Как-то странно, я чувствую, вас уже двое. Ребята, а вы меня часом не гопнуть хотите, а? А то я на всякий случай меч достану, вдруг. Вдруг что? Ну, давай, веди. А, типа, ты меня к своему дому привел? Или нет? Или да? Ну, чего такое? Что ты мне хочешь показать, чувак? А... Ну ладно, давайте спросим его, что ты хочешь на мне показать? Что такое? А, чувак, ты в курсе, что ты топчешь пшеницу? Пошел отсюда, а? Хватит топтать пшеницу, козлина. Ладно, он сейчас нас начнет бить. Ну, господи, зачем? А... Зачем вот так устраивать проблемы и себе, и другим? Хватит топтать пшеницу людей, засранец. Фу, блин, вот я реально не понимаю. Ладно, все. Game mode change, и пойдем домой. Так, внимание, home. 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 Все. А мы в своем домике, в своем прекрасном доме, и что мы там вообще хотели? А, мы хотели пойти взять деньги... И сделать, кстати, сделать кровать надо. А, давайте сделаем сейчас тогда себе ножницы и найдем овечек. Овечки, вы где? Кстати, у меня такое довольно живописное место. Я живу на берегу реки. Такая вот классная, прикольная река. Вот тут течет, все течет спокойненько. А, и прямо на опушке леса. Здесь лес. Если что, я могу пойти в лес. Если что, я могу пойти вниз. Вниз в пещеру. У меня, кстати, возле дома пещера. И мне кажется, место я выбрал довольно удачное. А хотя, чё, давай пойдем в пещеру. У меня сейчас... я был в лесу, точнее, господи, я был на спауне там. Сделаю себе все, что нужно, а овечки я как-нибудь потом добуду. А сейчас можно пойти вниз и попытаться пытать свое счастье и попытаться найти алмазы. Кстати, если когда вы приходите на сервер, то у вас уже есть с собой там стак дерева, если я все правильно помню, стак дерева и каменные инструменты. То есть ничего там ломать, ничего делать вам не понадобится. Ну, в смысле, знаете, как бывает, на сервер ты приходишь, а там у тебя вообще полная швах. Тут все деревья разломаны, ничего, его дерево не найдешь с огнем. А здесь такого нету, потому что... Ну, все уже есть, все уже готово. То есть, хотите играть, хотите не играйте. Так, а что у нас здесь, кстати? Я думаю, что вот за таким гравием обычно прячется продолжение пещеры. И я, тем более, слышу монстров. Давайте попробуем прокопаться. Вдруг реально? Да ладно, чё, я что ли ошибся? Ну, ладно. Нет продолжения пещеры, так нет. Ладно, идем тогда вверх. Поищем здесь что-нибудь, наверху. Может быть, найдем что-то. Так. О! Вот, а вот и продолжение пещеры. Уже неплохо, так. О, руда. Железная руда. Блин, после техник пака это все копается так медленно и так неуклюже. Но тоже неплохо, я думаю. Свой шарм в этом есть. Я думаю... Отвали! Так, крипер, я слышал крипера. Эй, чувак. Ладно, надеюсь, послышалось. В общем, попробуем сейчас... Я буду просто иногда играть на этом своем серве. Точнее, я на нем часто играю в свободное время, но буду время от времени записывать. И если хотите, вы можете заходить, и, может быть, вы даже меня увидите, столкнемся как-нибудь с вами. Только, пожалуйста, ведите себя так, как хотели бы, чтобы игроки вели себя по отношению к вам. То есть не топчите у других там пшеницу, не срите другим людям. Реально, не срите, это будет вам же лучше. Ну ладно, я не для этого записываю серию, чтобы читать вам мораль, а просто играю. 52 факела. Ладно, давайте сейчас железную руду себе выкапывать. И было бы, кстати, клево найти
Redstone. Потому что Redstone можно очень тоже нехило продавать. Так. По идее... Кстати, я не буду сейчас нажимать F3 по одной простой причине, чтобы никто там потом не нажал на паузу и не нашел мой дом. А если вы его найдете, значит вы его найдете. А если вы его не найдете, то и... Я вам помогать не буду. Так, ладно, тут ничего нету. Ладно, давайте вот попробуем здесь прокопаться вниз. Может быть, найдем алмазы или редстоун. Что-нибудь толковое. Так, лава. А, кстати, хотя можно, в принципе, даже дорогу не запоминать, потому что команда Home она всегда есть. И можно все спокойно перевернуться домой вообще без каких-либо проблем. Так, у нас, кстати, еда есть. О-оу. А вот что я не подумал, так не подумал. То, что я вряд ли смогу вернуться сюда еще раз. Ладно, быстро, пока у нас еще... Пока мы не начали помирать с голоду, мы попробуем найти редстоун или алмазы. А на кого же вы, кстати, сейчас уровне, интересно? О, редстоун. Так. Вот это чудесно. Надеюсь, тут лавы, кстати, под ним нету. Не, лавы нету. Хорошо, всего лишь редстоун. Давай. Молодец. А золота здесь тоже нету, да? Ладно, давайте вылезаем. Опа, а вот и золото. Ха, а вот и золотишко. Прикольно. Все для меня. Можно будет себе что-то сделать. Кстати, я не знаю, золото продавать там можно. Не посмотрел. Хм. Ну, золото можно для себя оставить будет. Какие-нибудь инструменты сделать. Или пафосный меч. Или пафосный там... не знаю, что-нибудь... Короче, что-нибудь крутое. Там, не знаю, себе броню какую-нибудь клевую. Ладно, не будем об этом. Сейчас пойдем сюда. Кстати, когда у меня будет, там уже закончится вся еда, мы можем сажать золотое яблоко. Кстати, золотое яблоко, это я тоже себе не наспавнил, это при появлении вам сразу же дается. Чтобы вы как-то спокойненько повыживали, вам там дается еда, немножко еды, немного всяких ништяков, и все такое. Все, да, короче, я без каких-либо проблем начал играть вот как обычный игрок, то есть без использования гейм-мода и всего такого. Ладно. Кстати, золота тут, да, тут реально много. И лавы здесь реально много. А вот алмазы... Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ай-а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 й! Беги-беги-беги-беги! О-о-о-о-о-о! Давай-давай, воду-воду! А, все, жив. Фух. Да. Что-то как-то я не подумал о лаве, что я могу где подохнуть. Все-таки после техники это реально непривычно. Ты так медленно бегаешь, медленно ходишь... регенерация 3 секунды и все, что ли? Эй, яблоко, что ты так мало восстановило? Я надеялся, что ты мне все восстановишь. Ты... Это же все-таки золотое яблоко. Ну ладно. Фигня какая-то. Так. Ну, вот, все, отлично. Что-то странное происходит с этим блоком. Ладно. Так, лава, нет, спасибо. Я куда-нибудь сюда пойду. Вы не против? Отлично. Угу. Ладно, у нас тут еще железо. Сколько у меня уже железа? 19. Кстати, по идее, у меня есть работа. На серве есть также плагин работы. То есть вы можете взять себе какую-нибудь там профессию, типа либо копателя, либо майнера, ну, либо добывателя, либо, я не помню, строителя. То есть, в зависимости от того, что вы выберете, вы сможете получать деньги за то, что вы делаете. Вот, допустим, я себе взял... Тут есть несколько работ. Ты можешь себе взять, по-моему, 2 или 3 работы. Или, по-моему, даже все 4. Так, водичка, пожалуйста, не мешай мне. Блин. Сейчас я воду заставлю, она меня вообще уже достала. Все, нормально. В общем, вы можете себе взять любую работу и, соответственно, получать за нее деньги. Вот у меня, допустим, есть работа копателя, в смысле, просто вот я копаю камень, и мне за это платятся деньги. Я не знаю, по-моему, очень мало. И работа добывателя, то есть вот я добываю ресурсы, руды всякие, и мне за это тоже дают опыт и деньги. И плюс я получаю, конечно же, руду. Так что прикольно. Ладно, так, тут угля куча. Блин, вот, кстати, у меня 25 уровень. Можно будет пойти себе купить стол зачарования. Даже я, наверное... Оп-оп-оп-оп-оп, все, спасибо. Я думаю, на этом и мое знакомство с этим местом закончилось. Вот. Я думаю, сейчас пойду себе куплю стол зачарования и поставлю где-нибудь в домике. И смогу себе зачаровывать вещи. Ладно, тут тоже лава. А, вот, отсюда я пришел. Все нормально.
Давай сейчас поднимемся наверх, посмотрим, может там еще какие-нибудь проходы есть, какие я не осмотрел. И можно уже будет телепортироваться домой или на спаун, не знаю. А, на спаун, ладно. Сразу тогда сейчас на все наши честным трудом заработанные деньги. Я на Ниссе, короче, куплю стол зачарования. Кстати, я не знаю, у меня хватит на него денег-то вообще или не хватит. Ладно, давайте посмотрим, сколько у меня денег. Вот запомнили, кстати, когда я уходил, когда я, короче, продал весь тростник, у меня было 1075 долларов, а сейчас у меня 1099 долларов. То есть вот я походил в пещере, подобывал всякие ресурсы, и за это я получил деньги. Так что клево. Ладно. Все, давайте спаун. Спаун? Нет. Спаун. Да, фак. Вот так, все. Спаун, и сейчас посмотрим, сколько стоит стол. Он, по-моему, стоит, кстати, я не помню. Я даже не уверен, что мне на него сейчас хватит, потому что он, по-моему, то ли 2000 стоил, то ли 5000. Ну, короче, не дешевый. Обалдеть. Один железный блок стоит 200... можно продать за 200 долларов. И алмаз можно продать за 240 долларов. Кстати, я посмотрел, в принципе, он довольно неплохой сам стол. Ой, в смысле, да. Довольно... Довольно все хорошо тут сделано. В плане того, что нельзя навариться, стоя в одном магазине, как было на многих серверах. И я скажу честно, мне это нравится. Ладно, покупаем. Все, я купил 11 стол очарования. Отличненько. И я поставлю его у себя дома, чтобы не использовать стол, который стоит здесь. Тут рядом со спауном тоже есть стол зачарования. Он как бы общественный, а я хочу свой личный. Так что, куда бы нам его поставить? Ладно, вот наш подвальчик. Давайте тогда где-то вот здесь. Я не знаю, вот тут давайте комнату сейчас сделаем. Вот так вот раскопаем все это дело. Кстати, новые звуки Майнкрафта, которые в серии 1.4.2. Ну, сейчас, точнее, серия уже версия 1.4.4. И сервер тоже на версии 1.4.4. Вот, эти звуки, они довольно, конечно, неплохие, но довольно странные. Мне то, что очень нравится, что сделали звук того, что поднимаешься по лестнице и спускаешься по лестнице. Раньше такого не было, насколько я помню. Ладно, вот мы поставили наш стол. И, кстати, я забыл самое главное. Книжки. Непорядок. Я заработал еще... последние 5 минут. 5 минут? Ну, хорошо. Ладно, и, кстати, книжки, по-моему, здесь тоже можно купить. И... Вау. Это что он делает? Чинить вещи. Кирка. Вау! Ой-ой-ой, как громко-то, ребята! Эй! Все, давайте потише. Что-то вообще как-то очень громко стало внезапно. Я испугался. Так, мы можем купить свинину за 80. Ладно, давайте... я не могу продавать, я... Ой. Пардон. Я хочу купить. 5... ну вот, по 5 штук она продается. Ну хорошо, вот. Себе свинину купила, а то что-то без еды и жизни не имела. А то у меня свинки есть, я не очень хочу их убивать, я все-таки миролюбивый. Давай, жри. Картошка. Кстати, нужно будет потом подумать с картошкой, что у нас там есть. Ну, в смысле, да. Что это вообще такое? Я потому что с этими овощами никогда не сталкивался. И без понятия вообще. А как их сажать, как их разводить? Кстати, а где вообще книжные полки? Они вообще есть в этом магазине? Офигеть, какая дикая гроза, кстати. А, вот они. Одна книжная полка 100 стоит. Ладно. You don't have enough money? Да вы шутите, что ли? Hey! Ребят, да вы что? Сколько у меня там денег? Господи. Опечатываюсь. 85 баксов осталось? Точно, я же свинину много отдал. Блин, вот тена. Вот видите, так что и админы на этом сервере не без... Короче, и админы, и даже я, сам один из основателей этого сервера, играю тут по-честному. Ладно, давайте, наверное, себе сделаем кирку. Кирку еще одну железную. Тут где-то верстак есть? Верстак? Мусорка? Нет. Верстачок есть, ребят? Ну, в принципе, ладно. Я воспользуюсь правами админа и поставлю где-нибудь здесь верстак. А то что-то как-то странный домик такой. Вроде новый, а без верстаков. Все, ставим здесь
О, кстати, это кто такой? Ладно, не знаю. Все, и сейчас я скрафчу тогда кирку железную и зачарую ее. Надеюсь, получится на удачу. Все-таки у меня 20 там какой-то уровень. 25 левел. Все, идем зачаруем кирку. Ля-па-па-ра-па-ра-па. Лам-пам-па. Лям-пам-пам. Да ладно, шутишь, что 12 уровень максимальный? 13 максимальный? Да ладно, ребят. Да не гоните, 8, 9. Хорошо, ну по идее тогда вот это самое... Вот этот стол зачарования, он самый заставленный книжными полками, и, по идее, самый прибыльный. 14, 12. М-да. Скажу честно, что не вариант здесь зачаровывать. А, хотя можно, в принципе, ладно, давайте меч... Меч зачаруем. На какое-нибудь там отбрасывание или что-то в этом духе. О, на остроту зачаровали, отлично. Ну что ж, ладно, я уже играю 20... минут на серве. А если вы здесь первый раз, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, оставляйте комментарии. А под в описании к видео вы можете найти кошельки, на которые можете, если захотите, положить деньги для развития сервера. И, в принципе, все будут очень благодарны, включая игроков, самих игроков этого сервера. А, вот. И с вами был Шет. Всем до новых встреч. Всем пока.